Меня зовут Садыка Флёра Рафаэльевна. Тема моего занятия – в гости к Даше. Образовательная область познания ПЭМ. Образовательная задача – закрепить у детей навык ориентировки по планам. Продолжать учить детей составить и решать простые арифметические задачи. Закреплять знания геометрических фигур. Умение составлять из них простые изображения картинки. Развивающая задача – развивать логическое мышление, память, воображение, внимание, сообразительность. Развивать умение пользоваться планом, схемой, активизировать речь. Учить правильно пользоваться математическими терминами. Воспитательная задача – воспитывать интерес к математике, стремление оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, чувство коллективизма. Добрый день, ребята! Добрый день! Сегодня какая у нас погода? Какой сегодня день? А какой день у нас? Погода какая? Холодная. Чего нам сегодня, ребята, не хватает на улице? Солнце, ребята. А солнце у нас какую геометрическую фигуру? Круг. А какие еще вы геометрические фигуры, ребята, знаете? Оба. Молодцы, ребята. Квадрат. Смотрите на экран. Это что у нас? Кораблик. Пароход, да? Да. А вы хотите сделать свой пароход? Да. Подходим сюда, ребята, смотрите. Вот это. Что у нас здесь? Треугольник. Как они сегодня называются? Сейчас мы с вами будем делать пароход из геометрических фигур. Смотрим на экран, у нас есть образец, и делаем свой пароход. Нам нужно вот это соединить. Помогаем, ребята. Так. Потом нам нужно треугольник, вот этот и квадрат. Нет, надо вот это сюда. Вот это квадрат. И там вот этот треугольник. Надо перевернуть. Да. Вот молодцы. Там... Вот. Что у нас получилось? Пароход. А на пароходе что можно делать? Перевозить грузы. Еще. Отдыхать. Ну, как, пароход. Что делает? Плывет. А хотите куда-нибудь уплыть? Да. Куда бы, ребята, нам уплыть? На пляж. На берег. Вот сюда. Ребята, подождите, у меня телефон звонит. Сейчас, ребята. Алло. Да, Даша. Да, Даша, подожди, сейчас. Слушаем, ребята, слушаем. Ребята, смотрите, чтобы наш кораблик уплыл, нам надо решать задачи. Ребята, подходим к экрану. К экрану подходим. Смотрите. Найдите у каждого кораблика деталь, отличающую его от других.
Вот Альбина показывает, что здесь отличает, какая деталь отличает? Штурвал. Штурвал, ребята, называется, да, у корабля. Это вот эта картина мы. Посмотрите, еще какой, Родина? Нет, следующий корабль. Что отличает? Что там не так? Да, молодец. Пауза, это да, называется? Следующая картинка, что отличает? Элина? Здесь отличается вин. Молодец, вина, у других нету винта, да, ребята? Да. Что здесь? Вина. Кружочек, да, это третья? Правильно, молодец. У нас еще одна, один корабль, ребята, остался. Вот где крикли. Покажи-ка. Где вот это? Штурвал, Альбина сказала. Еще вот это остался у нас. Здесь у нас, ребята, что отличает? Парус. Смотри, вот цвета, да, ребята? Да. Вот. И форма. Молодцы. Понимаете, сейчас мы к Даше плывем. Надеюсь, кто-то у нас будет капитаном. Кто-то будет смотреть. Я капитан. Вперед, вперед. Я буду смотреть. Капитаном оденем. Вперед смотреть. Я, давайте. Я смотрю. Я здесь. Что-то тупикает. Кто не упадет, я вас крепко-крепко обниму. Вот мы на месте, ребята. Спасибо нашему капитану. Тихонечко выходим, друг девочкам помогаем. Молодцы. Садимся, ребята. Здравствуйте. Даша. Ребята. Даша, мы вас пригласили в гости, да? Да. Ребята, чтобы Даша нам в гости попасть домой. Да. Нам поможет карта. Молодец. Карта. Ребята, какие рисунки видите? Что нам надо сначала пройти? Драконы. Ребята, мы просто так не сможем пройти. Нам надо какие-то задачи решать, да? Давайте, чтобы лес пройти, мы с вами решаем задачи. Доставайте, смотрите. Приготовили, чтобы мы все видели, да? Какая нужна, нам нужна будет, чтобы все видно было. Разложите все цифры свои. У кого нету семь? Смотрим на экран, ребята. Все готовы? Да. Вот лес. Мы около леса. Но нам надо пройти лес. Сейчас задача. Слушаем внимательно. Шесть веселых медвежат за Малиной в лес спешат. Но один из них устал, потерялся и отстал. А теперь ответ на день, сколько мишек впереди. Показываем правильно, ребята, карточку. Сколько мишек впереди. Пять мишек, да, пошли в лес? Молодцы. Следующая задача, ребята, слушаем внимательно. Пополнение. Кого? Смотрите, мама! Пичка. Пичка, смотрите, тетя. Пополнение, тетя. Ну, наша пичка.
человека в гости тоже кому-то пошла, да? Вернем домой. Одна семерка потом в гости. А у меня одна. Мы же потом найдем дом, хорошо? А у меня шестерка нет. Семь гусей пустились в путь. Два решили отдохнуть. Сколько их под облаками? Сосчитайте, дети. Саня. Пять. Показываю карточку. Справились все задания, молодцы, умница. Мы, ребята, не спрошли. Следующее, что мы должны были проходить, кто помнит? Ореху. Ореху. Кто это, ребята? Трой, который всегда мешает что-то делать. Он говорит, что без задач он нас не пропустит через свой мозг. Будем решать задачи? Да. Слушай, смотрим внимательно. Вот, ребята, задача. Первая задача. Получается? Три. Показываем свои карточки. Следующая задача, смотрим. Я уже один, четыре. Молодцы. Третья задача. Пять. Показываем, пожалуйста. Какие молодцы все. Четвертая задача, смотрим. Пять. Что это получается? Один. Ребята, а это у нас посложнее подумать, надо и ведь. 8 минус 6. Показываем. Карточку показываем. 0. Минус 0. Ильна, подумай еще раз. Ильна, подумай еще раз. Молодцы, молодцы. 6-0. Получается у нас? 6. Два. Молодцы, ребята. Мы решили задачу тролля. Прошли свой мозг. Следующее, что должны были? Горы. Смотрите, какие красивые горы, да? Ну, надо вот здесь пройти, надо снова задачу решать. Будем решать? Да. Здесь? Надо? Говорит предыдущие и последующие числа. Цифра 5. Показываем. Предыдущие. Не кричим, показываем. Предыдущие, ребята, показываем. Последующее число. 6. Молодцы. Ребята, представьте, что здесь у нас цифра 7. Предыдущие. Цифра какая будет? 7. 6. А последующая цифра? Как звать? 8. Молодцы. Еще одна задача. Представьте, здесь цифра 3. Предыдущие какая у нас цифра будет? 4 и 5. Цифра 3, предыдущая. 4 и 6. 8. Цифра 3. Предыдущая? 2. Альбина, молодец. Еще последующая какой? 4. Умница. Вот и мы горы прошли. Ребята, вот Дашин дом. Вам нравится? Да. Какой дом? Да. Скажите, какой дом? Красивый. Какие цвета там, ребята? Голубой, оранжевый. Оранжевый, да. А Даша? Ты интересно, у нас Даша. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Свой Жулик, с
спрятал мои игрушки. Помогите мне, пожалуйста. Это поможет? Да. А это моя кружулика, да? Да. Мы его прячем, это лиса. Да, лиса, жулик, да? Да. Ребята, давайте мы с вами поиграем игру, чтобы помочь найти игрушки Даши. Альбина, подойди ко мне. Игра называется «Правильно пойдешь, игрушку найдешь». Альбина идет до стола прямо. Повернись налево, сделай два шага. Повернись направо, сделай один шаг. Повернись налево, налево. До шкафов иди прямо. Повернись направо, сделай четыре шага. Еще один шаг. Кого там видишь? Обезьяну. Как обезьяну зовут у Даши? Кто знает? Башмачок. Башмачок. Передай Даше. Даша потеряла башмачка. Ой, спасибо большое. Это мой башмачок, мой самый любимый башмачок. Ребята, а у меня еще есть рюкзак. Помогите мне рюкзак найти. Камиля, Эдя, поможем рюкзак найти? Эдя, куда ты сюда? Начал? До стола идешь прямо. Повернись налево, сделай два шага. Шаг маленький. Повернись направо. Сделай пять шагов. Раз, два, три, четыре, пять. Повернись направо. Сделай еще пять шагов. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуй открыть вот здесь, мы сюда спрятаться. Ребята, не рюкзак, может, Даша, передай. Спасибо большое вам. Какие вы молодцы, ребятки. И рюкзак нашли. Что вы делаете? А у меня вам есть подарки. Какие вы все умнички. Я вам сейчас всем дам подарочки от меня. Тебе. Тебе. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Тебе. Ребята, а мы давайте Даше покажем, какие мы еще умные. Покажем? Да. У нас на столах есть задача. Там домики у нас, да, и рыбки. Они потерялись, ребят, рыбки. Надо каждую рыбку домой отправить. Сможем это сделать? Да. Домик у нас что напоминает? Формы. Какие формы? Круг. А это красиво. Что у нас такое? Электрический. Молодцы. А рыбки что нам напоминает? Молодцы, значит, каждую рыбку в свой домик отправляем, да? По форме. По форме, молодец, Владик. Это вот домик, прям домик. Давай, домик отправляем, соединяем в домике рыбку, да, ребята? Да. Это делаем, потом уберем. Смотри, рыбки потеряли. Давай. Домой надо их отправить. Смотри, вот, рыбку, вот эту рыбку домой. Где они потом? Домик, домик. Где все эти рыбки в домик? Это квадрат. Да, вот, молодец. Вот это домик, да?
Даша, тебе большое спасибо. Нас в гости пригласила. Нам очень понравилось у тебя в гостях побывать. Ребята, нам надо возвращаться к себе в садик. Наши ребятки будут скучать. Обратно. Встали? Твои подарки взяли, ребята. Это видите, твой проход. Я Давай сейчас девочку сделаем мы капитанами. Альбина, это капитаном будешь? Нет, давай, ты девятка. А мальчики давайте садимся. Это буду я. Я буду смотреть. Давай. Я хочу быть моряком. Держите крепко, ребята. Тихонечко выходим, девочкам помогаем. Молодцы, садимся за своим. Давай. Ребята, послушай меня. Ребята, послушай меня. Вам понравилось наше путешествие? Да. Красиво сели. Ручки все убрали. Потом будем смотреть на третьи подарки от Даши, да? Да. Что больше вам понравилось? Мне понравилось, как мы это делали задание. А мне понравилось, как мы ездили на пароходе. Мне тоже понравилось. Даша, встречаться по Димушку понравилось. Мне понравилось, что мы с домом сидим. Домики, да? За рыбу домой отправили. Ребята, а что вам было трудно сделать? Не было у нас трудности, были? Мне было трудно выбирать цифры, показывать. Мне ничего. Мне ничего. Вы довольны остались? Да. Молодцы. Довольны.